Ребят, всех вас приветствую на своем канале. Сегодня я вам покажу результат своей трудовой деятельности, так скажем. Это завершен подбор под клиента Renault Megane 4 2018 года. Автомобиль передний привод, механика 1,5К9К, шестиступенчатая механика, комплектация Bose. Пробег оригинальный составляет 158 тысяч километров. Машина после большого ТО в Европе. У нас, значит, поменен ремень ГРМ, новые тормозные диски, колодки, шины, ну, фильтра масла, есть сервисная история, сервисная книга. Подобрал я для клиента из города Калуга данный автомобиль, такой вот белый красивый универсал Renault Megane 4. Цена составила с учетом торгов 1 340 000, напомню, 2018 год, 158 тысяч оригинального пробега. Кто не знает и не видел этих автомобилей, вам сложно судить, конечно, когда вы слышите цифру 158. Ребят, но это европейские машины с европейскими пробегами, полностью обслуженные. Вот такой вот беленький, красивый, напомню, универсал. Сейчас я вам расскажу, точнее покажу по комплектации. Машина хороша, полностью на кожаном салоне, с зимним пакетом, с подогревом сидений. У нас есть большой сдвижной люк, помимо приятных опций зимнего пакета. У нас нет, ну и человек не очень-то и хотел, LED-фар. Он говорит, галогеновые ему проще как-то, это на душе спокойнее. Парктроники по кругу есть, боковые, значит, ну, парктроники 360, противотуманные фары. Есть адаптивный круиз-контроль, стеклянный значок. Красиво выглядит белый цвет на фоне, допустим, черной крыши, да, вот этих 17-х опциональных колес, потому что комплектация Bose может быть и на 16-х другого вида колесных дисках. Здесь именно 17-е боссовские. Здесь стоит Мишлен, свежая резина, очень дорогая. Еще все вот эти, значит, пипки не стерлись. Тормозные диски, уже сказал. Комплектация, вот она, Bose. Красивая машина. Ну, естественно, есть бесключевой доступ. Есть у нас слепые зоны. Камера заднего вида. Немного приятных вот этих плюшек, которые вы, допустим, не можете видеть в обычных там машинах. Там тот же Kia Ceed, да, допустим, если он не в максималке, он будет беднее по опциям. Сзади LED-фонари, насадка на глушители, которая в Bose Intense'ах, да, в GT-Line'ах, глянцевая накладка бампера. Симпатичная машина, не имеет практически дефектов каких-то эксплуатационных, ну, в виде сколов, царапин. То есть очень хорошая эксплуатация, использование, вся полностью в заводском исполнении, в оригинале. Вся, то есть все маркировки соответствуют году выпуска. Напомню, все ТОшки, все есть у нас. Сейчас, ребят, перееду, значит, в какое-нибудь темное место, в тень, чтобы более красочно показать вам интерьер салона автомобиля. Ну и потом запилим небольшой видосик, как же машинка едет на этом 1,5-литровом К9К, надежном, известном, экономичном дизельном моторе. Так, ребят, еще раз, только уже в тени у нас большие ДХОшки, да, вот у Megane они вот так вот выглядят, когда пасмурно, допустим. Классно выглядят задние фонари, сейчас я вам покажу в тени. Кайф, да, когда есть люк большой такой сдвижной. То есть такое большое пространство сдвигается. И сейчас пока я хотел показать фонари, как же они светятся. Вот такими вот классными полосками, да. То есть никаких фаркопов нет. Так, сейчас быстренько покажу багажное отделение. Так, камера, видите, есть. Вот эта вот полка отъезжающая. Здесь у нас двойной, точнее не двойной, одинарный пол. Есть еще комплект оригинальных ковриков текстильных. Вот Megane написано. Там резиновые, которые правильные для России. Есть дорожный набор, к сожалению, запаски нет. Клей, крюк, то есть компрессор и вот Bose, получается, сабвуфер. То есть весь такой не зашарпанный, как обычно, да, вот на неокрашенном пластике, точнее не окрашенном, на жестком пластике. То есть есть какие-то косячки. Так, сейчас быстренько салон посмотрим. То есть еще раз, такой вот у нас отъезжающий люк сдвижной, москитка,
слепые зоны, бесключевой доступ, адаптивный круиз-контроль и полностью кожаный салон. Друзья, ну вот приятно, да, когда машина хорошей комплектации. Есть Bose акустика, ну и как и название комплектации, есть массаж сидений. Полностью без повреждений кожаный салон. Так, адаптивный круиз. Шестиступенчатая механика. Ну, понятно, ограничители круиз, электронный ручник. Есть подогревы сидений. Вот они, все присутствует. Раздельный климат, большой планшет, навигация. Значит, камера заднего вида. Есть подсветки в картах дверей. Давайте сейчас я изменю, чтобы вам было понятнее. То есть нажимаем на цветочек. Там, к примеру, комфорт выбираем. Он будет такой синий, да? То есть, и видите, в картах дверей появилась. То есть в центральном тоннеле. Это подсветка ночная. То есть во всех картах, задних, передних. То есть сейчас покажу задний ряд сидений. Здесь также все у нас светится, подсвечивается таким неоновым синим. Везде кожа, приятный задний, вот этот задний ряд. Есть воздуховоды для задних пассажиров. Дует хорошо, климат справляется на французах просто замечательно. То есть, и есть такой вот люк. Так, здесь тоже есть подстаканники для заднего ряда сидений с подлокотником. Так, ну давайте сейчас вам поменяю такую другую тему, чтобы вы понимали. Допустим, спорт, он красный, да, всегда меняется спидометр, машинка, ну и карта дверей становится вот эти вот подсветки красные. Эко — это обычно зеленое все, то есть все зеленеет. Нейтральный, по-моему, серый, особый фиолетовый. Вот, да, фиолетовый тоже прикольно смотрится, то есть цвет, особенно в темноте. Здесь может быть сейчас роковато. Друзья, сейчас давайте быстро вам покажу моторный отсек. Ну, не знаю, здесь особого смысла нет. Все, в принципе, как у всех, идентично. Напомню, адаптив есть, парктроники в круг есть. То есть полторашка, К9К. Все нормально. Турбина сзади, интеркулер спереди. Все на своих местах. Жидкости все, то есть на своих уровнях. Так, а теперь предлагаю на ней прокатиться. Покажу, какая динамика у Мегана с 1,5-литровым дизельным мотором. Погнали. Итак, я уселся, пристегнулся, все мне удобно. Здесь такой вот большой сенсорный дисплей. Здесь есть подрулевой вот такой вот, то есть регулирование, значит, акустической системой. Но удобная штука, то есть на самом деле, может, даже удобнее, чем вот эти кнопки на руле. Есть камера заднего вида, навигация, как я показал, хорошо работает, парктроники по кругу, то есть показывает вот эти направления, когда я кручу, да, синие полоски, чтобы вы понимали, куда вы едете. Кнопка старт-стоп. Вот видите, даже видит боковые, значит, препятствия в виде вот этих поребриков. Так, поставлю-ка я себе сейчас режим спорт. А, он стоит у меня, да. То есть и прокатимся сейчас на машинке. Так, таким вот образом нажимается климат. Можно посильнее сделать. Так, ну давайте сейчас прокатимся. Музыка очень хорошо играет. Просто, значит, микрофон мой микрофон не сможет передать все там частоту и басы акустической системы автомобиля, но играет приятно. То есть уверенно через усилитель за большим количеством колонок. Итак, начинаем движение. Сразу говорю, вы, кто смотрит давно, знаете, что я всегда говорю, что вот Меган с полторашкой — это такой достаточно динамичный, быстрый автомобиль с небольшим расходом топлива и с хорошей динамикой, с крутящим моментом. Но, к сожалению, здесь вот парни едут как обычно, что и невозможно их обогнать. Ну, динамика замечательная, то есть такой подрыв приятный, потому что 260 крутящего — это все же
такие серьезные показатели для автомобиля. И очень хорошо настроены тормозная система автомобиля. Климатическая выше всех похвал, особенно вот сейчас жара. То есть вот французы молодцы. То есть кондиционер, климат просто охлаждает на ура. То есть вот такой салон. И есть также тен для зимы, который, то есть, подогреет радиатор печки. То есть буквально на вторую, третью минуту в мороз уже пойдет теплый воздух с воздуховода. Ребят, на этом буду заканчивать. На телегу обязательно подписывайтесь, группу ВКонтакте. Ну, естественно, на YouTube пишите комментарии. Все, значит, ссылки можете найти в YouTube под роликом, также мой телефон. До новых встреч, всем пока.